Ох ты ж, блядь. Есть. Тащи, так, вверх подними. Тащи. Ты хрена себе. Вверх. Есть, друзья, есть. Есть, нихера себе. Вот, есть, догнала. Это хороший краснопер. Достойный. Вот такой, друзья. Вот так. Друзья, ну вот такая красавица, вот такая, почти пятерочка. До новых встреч, друзья. Ну что, уважаемая банда, мы с Денисом кайфуем, просто безнапряжно идем вниз по течению. Только не говорите, что плывет по течению только оно. Нас просто несет подя вниз. И мы, конечно, смотрим на все эти красоты, любуемся. Сегодня вода такая уже более-менее. Ну вот уже подходит такая. Ну не то, что подходит, но веселей. Кондиции, кстати, вот заметь, посмотри. Да, уже, да. И сегодня у нас будет, скорее всего, другая рыбалка. Я могу даже предположить так, что где, допустим, было вчера, то сегодня там уже может не быть. Потому что вода падает, и рыба начинает уходить с этих мест. Ну, давай попробуем, Денис. Хорек, хорек, хорек. А вот это уже не хорек. У нас с Денисом дуплет, разные рыбы. У Дениса хариус, у меня леночек. Опачки. О, леночек.
хороший леночек. О, четко. О, дуплет у нас с Денисом. Подержи его там сейчас. Ну, уважаемые зрители, это высший кайф, когда видеть в чистой воде рыбу, как она совершает маневры, как она выходит на приманку, на атаку. Это просто высший пилотаж рыбалки. Красавчик. Глуши мотор, я говорю. Ну чё, брателло? Я дошел до этого. Где ты спал, блядь? Где тёрка, блядь? Прям до туда, что ли? Да. Ты чё, так быстро слетал? Я и спиннингом кидал. Помнишь, это бревно? Так это сейчас оно разлилось, я аж туда, аж перекатывает это. Раз пять прошел, наверное. Даже больше, раз шесть. Брателло, знаешь, почему, блядь, у тебя там мелюзга клюет? Потому что ты немецкую кепку не взял. Так ты обычно в немецкой заходил, короче, тебя харизу сразу признавали. А ты на что? Самба крупноватая. Крупноватая, да, надо помельче. А я на новый воблер, ты еще с ними не знаком. Надо что-то помельче ставить. Страйк Про, вот видишь, помельче, вдупляет сразу. Помельче, говорит, блядь. Да-да. Не, ну помельче сейчас это...
Денисом традиционный дуплет. Уже в традицию входит. Лови сразу же по два хороших линка. О, у тебя там нормальный. О, линочек. Вообще, блядь. Блядь, не газуй, нас так. Нужно сделать перерывчик. Спасибо, Денис. Них! Сопровождал. Смотри, вылетел такой. Паузу выдержал, бах. Шустрый, да? Такой. Во, вот это ленёчек, да? Держи. Не понял. Что это? Блинок. Проходник.
Хорек. Ого. Ну что, уважаемые зрители, вот наша рыбалка с Денисом подошла к концу. Порыбачили мы хорошо. Много рыбы поймали, много отпустили. Таймени все были отпущены. Я сегодня ловил воблерами Strike Pro. Многие воблеры перебрал, рыбу ловят. Но это я уже расскажу в следующий раз. Ну, что хочется сказать в конце традиционно. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, уважаемые зрители. Всего доброго.